выдающийся физик-экспериментатор Осборн Рейнольдс родился в 1842 году. Выпускник Кембриджа, был непревзойденным специалистом в области гидравлики и гидромеханики. Как инженер, он сконструировал ряд турбин и насосов, а основные его работы относились к теории турбулентности. Кроме того, профессор Манчестерского университета и член Лондонского королевского общества вел исследования в области астрофизики, магнетизма, электричества. Рейнольдс родился в семье священника, и христианство было его путеводной звездой на протяжении всей жизни. Ученый оставил нам такие слова: «В результате научных изысканий последних лет я не вижу ничего такого, что заставило бы меня усомниться в непосредственном откровении Бога людям в разные времена. А христианство основано на этой вере». Осборн Рейнольдс.